16 мая начнут выдавать льготные автокредиты. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. На программу планируют выделить 100 миллиардов тенге. Таким образом, автомобили отечественного производства должны стать доступнее казахстанцам. Наш корреспондент Даля Насипова побывала в одном из столичных автосалонов и узнала, насколько реально приобрести автомобиль в рамках программы. Кредиты по новым условиям программы начнут выдавать со дня на день. Многие казахстанцы, услышав о том, что государство профинансирует льготное автокредитование, спешат приобрести автомобиль. Но, как оказалось, купить машину сегодня не так просто. В автосалоне нужно встать в очередь, так как не все модели есть в наличии. Очередь идет, но очередь еще с прошлого года, с позапрошлого года. Еще один важный момент – не все модели участвуют в программе льготного кредитования. Во многих салонах покупателям навязчиво предлагают купить дополнительное оборудование и аксессуары. Без них машину продать нельзя, уверяют менеджеры. Это еще плюс 1,5–2 миллиона к стоимости. Есть автомобили, за которыми уже закреплено доп. Оборудование, то есть мы его демонтировать и снять не можем. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в подобных ситуациях рекомендуют обращаться с жалобами в службу безопасности производителя. По информации ведомства, цены на отечественные автомобили выросли на 16%. По словам первого вице-министра Романа Скляра, ценообразование на машины казахстанской сборки прозрачное, в отличие от тех, которые завозятся из других стран. Машины, произведенные у нас методом мелкоузловой сборки и крупноузловой сборки, имеют совершенно прозрачную стоимость. По закону о промышленности политики посредников между заводом-производителем данных машкомплектов и нашим заводом нет. Поэтому, когда они показывают локализацию и говорят, локализация, например, 32%, это локализация отражается в денежном выражении. 32% получил доход наш автопроизводитель. Программа автокредитования существует уже 7 лет. За это время ей воспользовались более 30 тысяч казахстанцев. С 16 мая кредиты будут выдавать с небольшими изменениями. Сейчас немного внесли изменения в части того, что стоимость определена та же. 15 миллионов не должна превышать автомобиль. Но сумма кредита 10 миллионов. То есть это дело сделалось для того, чтобы больше был охват среди категории автомобилей такого, можно сказать, среднего класса. Да? Чиновники предполагают, что автокредитами на обновленных условиях воспользуются более 10 тысяч человек. В этом году на программу выделят 30 миллиардов тенге. Далее Насипова, Дидар Елеов, Информбюро, Нур-Султан. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. А чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик.